тем не менее, подвижки есть уже. Google облагает налогом и так далее. То, что я знаю, когда обсуждение было по налогообложению введения, то одно из предложений, которое звучало весьма специфичное, это то, что сделать данный налог маркированным. Ввести. Что значит маркированным? Когда будут собираться налоги с данных видов деятельности, которые вы сказали, будут тратиться на развитие этих же видов деятельности. Поэтому можно отнестись, я бы сказал так, положительно.